И расшифровку подписи. Перед торжественной церемонией вручения ключей у очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, приятные хлопоты подписания необходимых бумаг. 6 семей в этот день получили право пользования муниципальным жильем. Заветные ключи они получили из рук главы Ленинского городского округа Станислава Катарова. Я надеюсь, что каждый, кто квартиру получит сегодня, будет там счастлив, растить детей, внуков. И, конечно, это даст очередной толчок в развитии ваших семей. Приступим. Юлия Болдырева еще в далекие 80-е прошлого века поселилась в общежитии. Сейчас это здание ремонтируется, а Юлия Сергеевна с сыном Сергеем получили квартиру в ЖК «Пригород Лесное». Жили в общежитии и очень долго проживали. Я вообще с 84 года, сын всю жизнь родился в 91-м и прожили там. Общежитие было заводское. Слава Богу, вот сейчас настал такой момент. Долгожданные квартиры, мы очень счастливы, конечно. Наталья Владимировна и Юрий Анатольевич Хабаровы хоть и жили большой дружной семьей, а все же хотелось отдельного жилья. Для них это двойной праздник. В середине апреля, с разницей в несколько дней, супруги празднуют свои дни рождения. Волнуемся, нервничаем. Неожиданно. Ну как, вот такой пока не осознали все это. Да, мы жили на Жуковском проезде, у нас квартирка совсем крошечная. Двое детей там родились, внук появился. И вот, видите, такой подарок ко дню рождения нам с мужем поднесли. За 8 лет на 64% в Ленинском округе снизилось количество очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На 1 января 2016 года их было более 540, сейчас осталось 197. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.